Добрый день, гости канала, друзья, подписчики. Вот примерно как-то так выглядит прицеп на мотоблок. Ну вот как-то так. Вот ось. Тормоза будут простые. Будет приварена, приделана труба. И будут тормозить колеса. Такая вот у меня получилась на сегодня работа. Вот как-то так оно у меня получается. Тормоза уже сделал. Сегодня доделаю это. Начнем кузов делать. Вот как-то так. Вот такая вот, вот тачка. Рама готова. Вот так вот у меня получилось. Правда, я сварщик не дипломированный, но вот так вот все получилось. Вот такой прицеп почти готов. Осталось сделать только одни борта, ну естественно сиденье, подножку и педаль для тормоза. А так практически прицеп готов. Вот так вот получилось. Спасибо за просмотр. Вот практически готово. Завтра борта прикручу. Осталось только что сделать. Педаль тормозную покрасить и прицеп полным готове. Вот так, тут тоже крепление надо доделать. Вот такой прицеп у меня получился. Вот такой прицеп. Прицеп у меня получился. Спасибо за просмотр. Прицеп закончен.